Паша, привет! Сегодня 1 мая, сегодня день труда и сегодня твой день рождения. Ты находишься в Вильнюсе, поэтому, как обычно, шумную гурьбой в 7 утра мы к тебе не смогли завалиться с подарками. Но попробуем добраться до тебя посредством современных технологий. Я и мои друзья, мы все хотим пожелать тебе длинного-длинного гармоничного красивого соло длиной в жизнь. И чтобы всегда были люди, которые его оценят. Чтобы всегда были с тобой те, кто тебе дорог, кто тебе не безразличен. И чтобы люди, за которых ты мог бы беспокоиться, не давали повода для этого. Тебе и твоей семье здоровья и успехов. Будь здоров и счастлив. Спасибо тебе за то, что ты есть. И рад служить с вами, что называется.